Мой папа – самый страшный человек на Земле из всех, кого я знаю. Особенно, когда у него в руках бутылка с выпивкой. Тогда он мог бы сравниться по тому ужасу, который от него исходит, с героем каких-нибудь ночных кошмаров. Один только его рассерженный крик и звук расстегиваемой пряжки ремня заставляют меня трястись, как лист на ветру. Одной ночью, когда я поворачивался в кровати, пытаясь поудобнее улечься, несмотря на ушибы, то услышал, как плачет мама. И тогда я окончательно решил, чего бы мне это ни стоило, я покончу со всем этим, чтобы больше не бояться его. Пусть он меня боится. Думаю, он просто не понимает, в каком страхе держит нас с мамой. Но если и я его напугаю как следует, тогда он наверняка станет вести себя лучше. Пришлось долго думать, чем можно напугать папу. Я мог бы спрятаться где-нибудь и выпрыгнуть внезапно, но его этим не проймешь. Я попробовал как-то подбросить ему игрушечную змею в туалете, за что получил по голове. И, наконец, я придумал, если вылить все его напитки из бутылок, весь запас, вот тогда он по-настоящему испугается. Люди всегда боятся потерять то, что они любят больше всего. Я вылил содержимое всех бутылок, которые нашел в доме, в канализацию, и стал ждать, что будет. Сомнений, что отец испугается, когда увидит это, нет никаких. Его такой ужас разберет. Помню, той ночью, когда отец пришел и обнаружил пустые бутылки, он просто сошел с ума от ярости. Я ко многому привык, но таким его не видел никогда. Он выбил дверь в мою комнату, схватил меня и стал душить, так что я посинел. К счастью, план все-таки сработал. Не совсем так, как я думал, но, как я и хотел, отец теперь меня боится и до сего дня живет в постоянном страхе. Когда смотрю на него, то вижу, каким он стал робким и нервным, вздрагивает почти все время. Вхожу в комнату, так он бледнеет, как мел, трясется и бормочет что-то в холодном поту. Со стороны могло бы показаться, что ему мерещатся призраки.